текущий бренд абсолютно новый, называется он Суперрод. И это товары, предназначенные непосредственно для инсталляторов. Это не как бы для розничных покупателей, они не, абсолютно не нужны. Это различные устройства для как бы помощи в инсталляции, в частности для протяжки кабелей. Что можно сказать? Очень большой выбор всего. Вот то, что я держу в руках, называется Мегасет. Это как бы самое дорогое устройство, которое есть в наличии. Вот оно стоит для инвестиционных компаний порядка 15 тысяч рублей за комплект. Ну, тут есть много всего. Там фонарики, магниты, какие-то крючки, которые навинчиваются на протяжке. А также в комплекте есть достаточно занятно выполненные протяжки для кабелей, которые обычно как мы делаем, надо протянуть. Мы навинчиваем на проволоку, заматываем изолентой, все получается очень жестко. А так, казалось, идея достаточно простая, лежит на поверхности. Если надо зацепить, все, пожалуйста. И дальше вытянете. Все максимально просто, да. Так что вот такие решения. Мы надеемся, что поставки. Ага, отлично, у меня больше нет ручки. Я очень надеюсь, что поставки этого бренда начнутся где-то примерно к концу декабря. И у инсталляционных компаний, частных инсталляторов и, возможно, работников электрических компаний будет иметь достаточно большой успех. Потому что это все-таки вещь, которая нужна непосредственно для работы, а хороший инструмент всегда нужен для работы. Именно решение инструмента. Даже камеры будем видео возить, которые по типу эндоскопа сделаны, которые будут позволять смотреть, что же там творится в маленьком доме. Это, собственно, туда же относится, такая выдышка 6-витовая, которая будет позволять, там, например, в потолочных пространствах, таких как Armstrong'и, протягивать кабели. Так, что еще у нас тут есть? Значит, SmitherCraft – крупнейший производитель, наверное, на данный момент и наиболее известный производитель встраиваемых акустических систем в мире и вообще родитель в стройке. В конце прошлого года они объявили о переходе полностью на линейку Profile, и уже к этому году практически все модели заменены. Основной принцип, так же, как и с предыдущими моделями, то, что я рассказывал, это то, что гриль крепится на магнитах и закрывает всю площадь колонки. То есть у вас нет вот того ободка, который раньше. И главное, что очень удобно, в секунду надевается, и также в секунду, опс, он снимается. Так что очень удобная вещь. Собственно, те модели, которые мы здесь показываем, специально показываем всего лишь что три модели, они ничем не отличаются от предыдущих. А главное, что их теперь можно закрывать вот таким магнитом гриль. При этом ассортимент ни в коем случае не уменьшился. Как раньше было очень много всего разного интересного, хорошего, так они и остались. Напоследок система под названием серия Cerasona от компании Cerotec германской. Собственно, невидимые колонки. Акустические панели, которые встраиваются в стену, которые можно заштукатурить. У нас здесь в основном две акустические панели и сабвуфер. Собственно, вы можете посмотреть, как это выглядит со стороны установщика. Также грязно. Невозможно принять решение, какой-то суп-пинчатов поставить, как вариант.